В Люберцах хороший инвестиционный климат. Владимир Ружицкий посетил новый производственно-складской комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров. Глава округа ознакомился с ходом пусконаладочных работ резидентов и пообщался с рабочими. Компания «Стройкомплекс» – один из новых резидентов. Предприятие выпускает остановочные павильоны с Wi-Fi модулем и системой видеонаблюдения, декоративное ограждение и другие металлические изделия. Сварочный комплекс в производственном цехе уже смонтирован и введен в эксплуатацию. Установлено оборудование для покраски металлоконструкций. Здесь работают 130 человек. Многие из них живут в городском округе Люберцы. Это большая и удача, и счастье, когда ты вышел и пешком до работы. С работы тоже домой. Потому что задача создавать некие условия для привлечения бизнеса, для создания новых предприятий. Вот мы на одном из таких сегодня здесь вот находимся. Предприятие будет развиваться, будут расти объемы производства и заработная плата. Серийное производство современных остановочных павильонов компания «Стройкомплекс» запустила в 2015 году. Новые производственные площади теперь позволят существенно увеличить объем выпускаемой продукции. 600-700 остановочных павильонов, причем это мы говорим про сложные электрооборудования, это крупные конструкции с Wi-Fi, с интернет, с зарядками, то, что вот по Москве можно увидеть, это наше производство. И в Подмосковье тоже есть наши изделия. Теперь уже в новых помещениях готовы это в полтора раза увеличить, потому что теперь для всего этого есть возможности. Другие резиденты сейчас тоже монтируют оборудование и со второго квартала текущего года начнут работать в полную силу. Просторные помещения производственно-складского комплекса позволят не только увеличить объемы выпускаемой продукции, но и обеспечат новыми рабочими местами. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.